Небольшой виртуальный тур по нашей лодке. Это джонка, самострой, фирм «Цементный корпус». Хозяева строили ее сами 35 лет назад и все это время прожили на этой лодке. Закончили они свое выступление в возрасте 85 лет. Обратите внимание на мачту. Она прямо стоящая, сужается кверху, и она гибкая. Очень большой кокпит. Здесь при желании может уместиться 12 человек совершенно свободно. Маленький стол. Есть второй стол для больших посиделок. Так, спускаемся в каюту. Так, это рубка. Сюда выведены веревки. Какие-то приборы. Щиток двигателя. Так, это салон. Лодка достаточно узенькая. При своих размерах 45 футов. Ее ширина всего чуть меньше 4 метров. Так, это носовая каюта. Здесь я сейчас живу. Есть даже печка. Хозяева делали все своими руками. Сделано очень все качественно, все очень прочно. Но есть свои особенности. Третью неделю с этими особенностями мы знакомимся. Так, на лодке два гальюна. Это морской туалет. Это был чартрум, но сейчас кладовка. Так, камбуз. Стоит обычная плита. Горячая вода, обогреватель. Так, это кормовая каюта. Она больше. Здесь второй гальюн. Такая интересная раковина. Тут же душ. Ну вот, собственно, и все.